В Одессе узаконили снос старинного дома на улице Веры Имбер. Такое решение было принято в Одесском окружном суде. Стоит отметить, что с 1993 года этот дом имеет статус памятника архитектуры. Примечательно, что общественная организация, которая обратилась в суд, требовала исключения здания из перечня исторического состояния Одессы. Это связано с тем, что организация в 2020 году заключила договор аренды здания с департаментом коммунальной собственности городского совета. Общественная организация в иске заявила, что при подписании арендного договора ей об охраняемом статусе здания не сообщили. И это как бы подвергает сомнению само соглашение. Поэтому охранный статус следует отменить. В то же время Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации суд своего представителя не направил, а только подал письменное объяснение по делу, где просит отказать в удовлетворении иска. Чиновники указывали, что по данным реестра прав на недвижимое имущество, здание находится в аренде у общественной организации и принадлежит городскому совету.